Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня на моем канале долгожданный видеообзор моего пищевого принтера. Использую я его около года. Это был подарок мне на Новый год, чему я чрезвычайно обрадовалась. Также в подарок к этому принтеру от интернет-магазина шла пачка вафельной тонкой бумаги, 25 листов там было. Также я использую для печати плотную вафельную бумагу, сахарную бумагу, к сожалению, я еще не использовала. Внешне этот принтер ничем не отличается от самого обычного принтера. Это устройство 2 в одном, это сканер и принтер. Верхняя крышечка — это у нас сканер, то есть любое изображение мы можем отсканировать. Все то же самое, как у обычного принтера, то есть лоток для бумаги. Максимальный формат бумаги, который можно здесь использовать, это А4 формат. Также на панели у нас имеется дисплей. Тоже это очень удобно, если возникает какая-либо ошибка, здесь на дисплее вам сразу дает знать. Передача данных осуществляется либо с помощью USB кабеля, либо по Wi-Fi. Тоже это очень удобно. То есть со смартфона мы можем передать изображение по Wi-Fi сюда и тут же сразу распечатать. Картриджи у нас находятся под вот этой вот верхней панелькой. Здесь идет 4 основных цвета и еще дополнительный вот такой вот большой картридж черного цвета. Он, я так подозреваю, что он идет на сканирование документов и распечатку черно-белых изображений, так как чернила в нем заканчиваются очень-очень редко. То есть в основном мы заправляем синий, то есть здесь малиновый, желтый и черный вот такой вот маленький картридж. Заправляются картриджи вот такими вот пищевыми красителями, специальные для принтера они идут. Мы их покупали также в этом же интернет-магазине. Ссылку на него мы укажем ниже под видео. Это 100-миллилитровые вот такие вот баночки с красителями. Учитывая то, что я использую принтер практически каждый день, не только для распечатки своих изображений, но и для других тортоделов я также распечатываю изображения, заправляли мы его за год где-то примерно раз 5 всего. То есть на очень большое количество распечаток хватает вот этих вот заполненных картриджей, если вы сами будете заправлять их. Если честно, сама я ни разу принтер не заправляла. Полностью обслуживанием этого принтера занимается мой супруг. Заправку мы покажем этих картриджей. Для заправки обычно нам требуется спирт, медицинский шприц, вот такой вот небольшой мягкий коврик и салфеточки. Конечно, в идеале для каждого цвета использовать разный шприц, но можно и использовать один. Его лишь нужно хорошо промывать в спирте. Процесс заправки картриджей мы сейчас вам покажем. Периодически появляется на дисплее вот такая вот информация, что недостаточно какого-либо цвета в картридже. Эта информация не соответствует действительности. Картриджи у нас полностью заправлены. То есть вот выдает принтер ошибку. Чтобы устранить эту ошибку, мы нажимаем две кнопки. Это вот ОК и вот эту красненькую. И все. Ошибка пропала. Теперь можем приступить к печати. Лицевая сторона у нас глянцевая, обратная сторона у нас шероховатую вот такую поверхность имеет. Поэтому переворачиваем глянцевой стороной вниз, кладем в лоток и с любого устройства, с ноутбука, с компьютера отправляем нашу картинку на печать, выбрав соответствующий принтер. Редактирую все изображения, которые идут у меня на печать в обычном фотошопе. По необходимости добавляю четкости и яркости своим картинкам и отправляю на печать. Удачи в ваших начинаниях, всего вам доброго!